Здравствуйте! Сегодня у нас очередной топ 10 мистических видео. Друзья, много людей пишут мне в комментариях, что они не верят во все это. Поверьте, у меня нет задачи вас убедить. Верите вы или нет, от этого мне ни горячо, ни холодно. Я сама лично не верю в мистику, потому что ни разу с ней не сталкивалась. Но я люблю мистику и люблю пощекотать себе нервы. Теперь давайте начнем наш сегодняшний топ. Каждый раз, когда домовладелец пытается продать свой дом за маленькую сумму, покупатель всегда озадачивается, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. На этих страшных кадрах хозяин помещения показывает, почему он хочет продать дом как можно быстрее. Хозяин ходит по дому ночью. Очевидно, что там уже давно никто не живет. Пока он ходит, он поражается всем странным вещам, которые происходят в помещении. И из-за этого он в конце концов решает бежать. Но в этот момент одна из дверей начинает открываться и закрываться с бешеной скоростью. Когда движение внезапно останавливается, мужчина приходит в себя и хочет осмотреть дверь. Но он ничего не находит. Потом он все же решает уйти, попутно записывая все на камеру. Но потом неожиданно светильник на потолке начинает быстро расшатываться. После всех этих событий у мужчины желание продать дом увеличилось, но это помещение так никто и не купил, хоть и продавалось оно достаточно дешево. Очевидно, что никто не хочет жить вместе с ужасным и злым духом. Мужчине показалось, что в его дом проникло какое-то дикое животное, потому что он услышал странное завывание и скрежет когтей. Он хотел снять животного, чтобы потом показать друзьям. Он начал осматривать весь дом в поисках зверя и зашел в ванную, но там было совсем не животное. Он записал тот самый момент, после которого рванул звонить в полицию. Широкоглазый силуэт выпрямляется и со спокойным выражением лица смотрит на мужчину. Как говорит автор видео, трудно сказать, был ли это человек или нечто иное. В комментариях были разные версии, начиная от генетических мутаций и заканчивая тем, что это мог быть грабитель. Дом, в котором было снято видео, был построен в Англии в конце 16 века. Автор ролика слишком часто начал замечать странности около лестницы. По ночам ему слышались тяжелые шаги по лестнице и первому этажу. Также он слышал громкий детский смех по ночам. И вот он поставил камеру около лестницы ночью. Первые несколько ночей ничего записать не удалось, но затем получилось снять это. Тень спускается по ступенькам, а затем продолжает идти по первому этажу. Когда хозяин дома увидел запись, то он был просто в шоке. Такое он видел впервые в своей жизни. Когда молодожены переезжают в новый дом, они не ожидают ничего пугающего там. Тем не менее, в этом видеоклипе молодая пара неожиданно снимает нечто жуткое, когда решает осмотреть свой новый чердак. Они начали слышать странные звуки в своем новом доме, и им казалось, что они доносятся с чердака. Поэтому они решили осмотреть его и найти источник странных звуков. Мужчина заходит на чердак с фонариком и камерой. Он осматривается в течение нескольких минут, но не видит ничего необычного. Он заверяет свою жену, что им не о чем беспокоиться, он передает ей камеру и спускается обратно. Но однако женщина навела камеру на мужа и на вход на чердак, и там вдруг появляется чья-то фигура. Из-за тусклого света сложно сказать, что это было. У этой фигуры морщинистая бледная кожа, и она смотрит на пару с жутким лицом. Этот силуэт появляется только на мгновение, а затем снова исчезает. Некоторые зрители предположили, что это мог быть бездомный, который начал там жить, пока дом пустовал, но так и не ушел с появлением новых хозяев. Однако другие люди утверждают, что на таком маленьком чердаке хозяин точно бы заметил бездомного, и что этот силуэт – это какая-то сущность. Мужчина начал снимать на камеру, как его кошка изучает свое отражение в зеркале. Кошка просто очарована зеркалом и снова проверяет свое отражение, осторожно кладя одну лапу за другой на зеркало, как будто не полностью доверяет тому, что видит. Убедившись, что отражение в зеркале не представляет угрозы, кошка успокаивается и оглядывается назад. И кажется, ее инстинкты ее не подвели. Отражение кошки спустя некоторое время само повернулось. Так что же это было?
Это видео слишком реалистичное и правдивое, чтобы оказаться ложью. Джейми Бакс работает в дошкольном учреждении в Монтане. Поздно ночью активировалась камера из-за движения в помещении. Это видео снято с монитора. В кадр попало нечто странное. Имейте в виду, что велосипед покатился внутри игровой комнаты, так что никакой речи о ветре быть не может. Также все произошло поздно ночью, учреждение было закрыто и в этой комнате никого нет. После того, как трехколесный велосипед уже оказался в конце комнаты, он неестественно падает, что делает это видео еще более пугающим. Скрип этой двери звучит словно смех старой жуткой ведьмы, и я не преувеличиваю. Сможете ли вы жить в доме, где с таким звуком закрывается дверь? Люди в комментариях пишут, что дверь проклята. А я все же думаю, что здесь нет ничего необычного. Но в любом случае, хозяину дома не позавидуешь, когда кто-то из его семьи хлопает этой дверью ночью. Послушайте еще раз этот звук и напишите в комментариях свое мнение об этом. Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с вашим маленьким ребенком, младшим братом или сестрой по ночам, если они спят одни? Это видео было опубликовано на Reddit со следующим описанием. Понятия не имею, что происходит на мониторе, или, возможно, ребенок одержим. Качество видео не очень хорошее, потому что его снимают с монитора. На самом видео ребенок стоит, облокотившись о свою детскую кроватку, его глаза светятся, хотя это и нормально для видео няни. Спустя немного времени ребенок начинает со слишком быстрой скоростью смотреть то вправо, то влево. И это заставляет задуматься пользователей интернета, что не так с ребенком. Малыш начинает быстро двигаться, прежде чем успокоиться, но потом снова начинает себя так странно вести, раскачиваясь из стороны в сторону. Затем ребенок кладет голову на край кровати и начинает смотреть прямо в камеру. А что думаете вы? Нормально ли это или нет? И что бы вы сделали, если бы увидели такую ситуацию на своей видеоняне? Пишите в комментариях. Поздней ночью в одном здании в Бразилии охранник, работающий в ночную смену, был предупрежден камерами безопасности с датчиком движения, что в закрытом и пустом банкетном зале замечено движение. И он увидел это. На видео видно мужчину, который появляется из ниоткуда. Охранник в этот момент разблокировал дверь и помчался в банкетный зал. Но этот мужчина мистическим образом исчез, как и появился. Плюс ко всему, эта фигура немного расплывчатая, в отличие от того же самого охранника, который вошел чуть позже. Это видео охранник показал своему другу и разрешил снять с экрана на телефон. После этого оно попало в интернет. На сегодня вот и все. Каждый решает сам, верить в это или нет. Всем удачи, всем пока.